Центр дневной занятости детей «Висагинские ребятишки» сегодня с радостью заносили коробки с подарками. Был разгружен целый прицеп с гуманитарной помощью, доставленной из Германии. В прошлом году, в марте, мы приехали в ваш город, чтобы завязать контакты и начать сотрудничество. Затем приезжали для того, чтобы провести курс специального обучения для представителей вашего Красного Креста. Одновременно занимались и деятельностью по оказанию гуманитарной помощи. Таким образом, уже в третий раз привезли в Висаген с подарки. Это вещи для детей. Но мы даже сами не знаем, что там. Видели лишь одним глазком, и поэтому даже взволнованы. Молодежное объединение Красного Креста в Германии передало подарки для детей к Рождеству, поэтому их пока открывать нельзя. Ну а то, что дети успели распаковать, привело их в восторг. Кроме игрушек, велотренажеры, беговые дорожки, штанги, другой спортивный инвентарь. Уместить бы все это в спортзале. Дневной центр занятости детей посещают 65 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 18 лет. Правда, сейчас летом некоторые в лагерях, и их здесь поменьше. Приходит по 30-40 человек в день. Те, что повзрослее, сегодня, доставая подарки, бурно обсуждали планы о том, как усиленно они теперь займутся спортом, и искренне благодарили гостей из Германии. Довольны не только дети, но и взрослые, доставившие гуманитарную помощь. Ведь давать куда приятнее, чем брать. К слову, партнеры из Германии на сей раз приехали в Висагенас, чтобы организовать плановые учения, участие в которых примут и они сами, и представители Красного Креста из Вильнюса, Висагенаса, Клайпеды и Витебска.